Освободить участников вчерашнего митинга возле здания МВД в Киеве требует нардеп Олег Березюк. По его словам, полицейские применили силу против мирного собрания и задержали нескольких участников этой акции. Спостерігається тенденція до непропорційного застосування сили органами правопорядку, використання для операції людей без розпізнавальних знаків та втручання поліцейських в роботу законодавчого органу влади. Вчора Національна поліція затримала учасників акції, демонстративно застосувавши непропорційну силу проти мирного зібрання. Напомню, вчера около 20 активистов вышли с требованием уволить командира роты полиции в Донецкой области Юрия Голубана, которого обвиняют в сотрудничестве с боевиками ДНР, и министра Арсена Авакова, который, по их мнению, покрывает своих подчиненных. После того, как митингующие, возмущенные тем, что руководство МВД игнорирует акцию, написали на асфальте и на адресной табличке здания аббревиатуру ДНР, спецназ окружил протестующих. За ситуацией в сопровождении автоматчиков наблюдал советник Авакова Илья Кива. А когда участники акции обвинили его в коррупции, советник министра стал угрожать протестующим. Мы знаем твою сущность. Вы не можете. Ты шавка Авакова. Все. Вот знаешь, это правда. В свободной жизни. Вот ты шавка Авакова. Ну что с тобой говорить? Да. Илья. Да потому что он... Такой же, как Голубан и Абросимов. Да. Они и ты тоже уйдешь рано или поздно. А зачем тебе вот туда? Вот смотри. Придет время, когда я сниму погоны. Понял? Какие погоны? Ну, я дело все в том, что пойду сейчас напишу рапорт и сделаю все то, что я могу сделать. Напомню, Юрий Голубан прославился после выступления с трибуны Верховной Рады, где он жаловался на организаторов торговой блокады на Донбассе. 15 марта несколько бойцов Нацгвардии, полицейских в камуфляжной форме, пришли на заседание Верховной Рады по приглашению депутата Народного фронта. От Народного фронта Антона Геращенко и заблокировали трибуну. После этого вице-спикер Оксана Сыроид закрыла пленарное заседание, заявив, что появление силовиков в зале, где принимаются законы, недопустимо. Это грубое нарушение регламента. А народный депутат Игорь Луценко обвинил Голубана в сотрудничестве с боевиками. Причиной этому стало появление в сети видео, где человек, похожий на Голубана, командует боевиками. Один из главарей ДНР подтвердил сотрудничество с украинским полковником Нацгвардии и тот факт, что весной 2014 года он служил в так называемом батальоне «Восток» и принимал участие в боях, а затем перешел на сторону Украины. Министр Аваков защищает своего подчиненного и заявляет, что видео было смонтировано.